2021 году мы отмечаем 550 лет со дня рождения Дюрера, и в Эрмитаже последний раз выставка Дюрера была 550 лет назад, когда праздновали 500-летие со дня его рождения. У нас огромная коллекция гравюр, у нас есть практически все, что Дюрер сделал в гравюре, у нас есть интересные рисунки, но вообще в Эрмитаже есть много вещей, которые можно было бы показать, связанных с Дюрером, поэтому было невозможно не сделать большую юбилейную выставку. У нас около 400 экспонатов, больше 400 экспонатов, и это самая большая выставка Дюрера, которая когда-либо в России происходила. Дюрер первый, который занимается и ксилографией, и рисовой гравюрой. И ксилографию он вообще поднимает на уровень высокого искусства, и после него гравюра заговорила совершенно другим языком, никому не приходило в голову делать настолько тонкие вещи в гравюре до него. То есть это человек, который, художник, который перевернул это искусство. Триумфальная арка императора Максимилиана I – это император Священной Римской империи и германской нации. Это грандиозный проект, который Максимилиан осуществляет, как бы заказывает Дюреру. Он решил создать очень большую гравюру. Это получилась самая большая гравюра в мире, около 10 квадратных метров. Она была отпечатана со 192 досок. Заказ, который выполняет мастерская Дюрера. Максимилиан был первым, одним из первых, кто осознал силу печатного слова, силу печатной продукции, силу тиража, и он понял, что да, печатная на хрупкой бумаге может быть прочнее, чем монументальная постройка из камня, и была создана эта идея да, сделать арку, которая бы прославляла самого императора, его деяния, его доблести, его заслуги, и эта арка должна была находиться во всех как бы, таких присутственных местах, во всех концах его большой империи. Да, то есть вот у вас буквально сейчас.